Привет, вы на канале Toy House, и сегодня у нас вот такая интересная модель. Это, ребята, УАЗ 469 Эльбрус. Посвящен данный выпуск, я так понимаю, экспедиции на Эльбрус, которая была в 1974 году. Модель я эту получил в подарок от Диагостини, как секретную модель, которую присылали по подписке. Сама модель выполнена из металла, имеет надписи. Модель имеет у нас резиновые покрышки. Сзади также у нас есть запасное колесо на резиновую покрышку. Оптика у нас идет пластиковая. И передние, и, соответственно, задние. Есть номера 5829 проба. А снизу автомобильчик выглядит вот таким вот образом. И здесь мы видим треугольный винтик. И, соответственно, да, здесь надпись есть. Сделано в Бангладеш. Масштаб 1.43. УАЗ 469 Эльбрус. На модели есть зеркала. Они даже с имитацией зеркала. Присутствует у нас логотип УАЗа. Дворники сделаны отдельным элементом. А внутри находится каркас безопасности. Вот эта черная пластмасска, да, идет. Это каркас как раз таки безопасности. В общем-то, вот такой вот сегодня видос. Если вам понравился, с вас лайкос. С меня видос. Всем пока и всем самое главное, добра.